Ребята, всем привет, вы на канале PubFan 2 Машинки, и сегодня у нас MMX Hill Dash, либо, как раньше называлось, MMX Hill Climb, да. Так, сегодня попробую открыть рывок марафон, но для этого нужно завершить режим снег, карту снег на тачке Trophy Truck за 39 секунд, ребята, минимум, так. Точнее, максимум 39 секунд. Вот эту трассу я должен проехать за 39 секунд на тачке Trophy Truck. Так, давайте посмотрим, выберем. Так, где она у нас есть? Так, это все не то. Что-то я, похоже, не там ищу. Она, наверное, у нас дальше, чем танк, да? Так, Trophy Truck. Вот, на этой тачке я должен проехать эту снежную трассу. За 39 секунд. Максимум. Так, по-хорошему лучше меньше. Там за 38 или еще меньше. Так, ладно, давайте пробуем. Ничего себе, я упал там. Давай, я на газ, газ отпустил и пустил все на самотек, ребята. Ничего хорошего из этого не получилось. Так, давайте посмотрим, что в итоге у меня получится. Так, сколько секунд уже, сколько секунд прошло? Ну, покажите нам секунды, пожалуйста, пожалуйста. Ну и что там? О, 38.66. Неплохо, я вам скажу. Так, первый же заезд, и у нас уже как бы эта трасса побита. То есть у нас, получается, открылась новая трасса. Рывок, марафон. Угу. Так, вулкан открыт, рывок, марафон. Тут, смотрите-ка, все три чувачка, соперничка проехали на гонщике, да? Поэтому давайте я тоже возьму гонщика и... попробую побить ихний рекордик. Так, SX1, либо SX2 выбрать. Так, SX2 у меня не прокачан, поэтому беру SX1. Хорошо, ладно, поехали. Сейчас посмотрим, на что способна на этой трассе эта желтенькая наша машиночка, гонщик. Ой, зачем я так сделал? 2 минуты нужно ехать. Это немало. Будет обидно, если под самый конец разобьюсь, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты ж, ёшкин ты, матрёшкин. Так, мне кажется, что-то я плохо еду. Такими темпами я не побью рекорд Лёшки. Давай. Чё-то я с горы еду. Чё-то я, по-моему, с горы еду. Ну? Чё ж не набираешь ты скорость? Ну, гонщик, давай уже, я не знаю. Ну, делай что-нибудь, ребята. Чё за дела-то? Чё так медленно? Ладно, пробный заезд. Ух ты ж, меня подкинуло-то. А как мы будем падать, пока не знаю. Но чё-то он почти выехал из экрана, ребята. Так, трейлеры тут, вы меня тормозите. Вы меня конкретно тормозите. Так. Что нас ждет дальше? Что же ждет дальше? Уй! Ах ты ж, ёшкин ты матрёшкин. Главное не перевернуться. Будет обидно, а то уже я еду очень долго. На минуту полторы уже прошло, наверное, на самом-то деле. По буграм я все отпустил газ. Я отпустил, ребята, вот честное слово, я даже не газую. Я не газую, когда начинаю газовать, что-то машиночка начинает тормозить. Нет, только трубы, не тормозите, пожалуйста. Фу. Вроде пролетели. Ой, ёшкин ты матрёшкин. Ух ты, вот здесь вот, конечно, секундочки потерял. Обидно, 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 досадно. Да ладно, ладно, едем дальше. Ой, вот эта трасса, серьезно, я вам скажу. Дальше у нас начинается вулкан. Да, это самая последняя трасса была когда-то.
до обновления и до выхода трассы Вулкан, да, машиночки Зверь. И еще там у нас какая еще-то была-то, а? Какая, которая подарочки возила. А! Обидно. Ребятушки, да что ж такое-то. Осталось доехать каких-то 200 метров. Ну ладно, 250 метров. И, в принципе, был бы у финиша. Но вот такие вот пирожочки. Ничего у нас не получилось. Так, давайте-ка повторим. На этот раз попробуем все-таки грамотно проехать. Более-менее грамотно. Так, вот здесь не будем финтить. Кажется, я Лёшку обогнал. Чё-то он затормозил, затупил, ребята. А вот здесь я что-то клюнул. Ух ты ж, Лёшка меня перелетел. Реально перелетел. Ой, нет, я его не догоню, похоже. А! Не, ну не серьезно, точно не догоню теперь. А! В тот раз лучше ехал, по-моему. По крайней мере, эти участки пролетал просто на ура. Ай, вот здесь все, ребята, это фейл. Это конкретный тормоз. Ну что ж ты, на дебет все рвешься. Так, где Лёшка? Хоть увидеть бы пыль от его колес, а? И тех не видно. И тех не видно, ребята, реально, что-то его нет нигде. Ой, боже ты мой, это вообще какой-то кадр. И что был-то сейчас? Ой, жесткое приземление, и на тебе, приехали. Так, задел, похоже, активатор бомбы, и тачка наша взорвалась. Так, придется повторить. И что мы будем на этот раз предпринимать? Так, я отпускаю газ. Все, я отпустил, ребята. Я ничего не трогаю. Все, я не трогаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пусть едет сам по себе. Реально я ничего не жму, ребята. Я вам отвечаю. Она едет сама, смотрите. Она едет сама, она все делает сама. А, и летит сама, представляете? Прыг-скок, прыг-скок, еще так идеально пролетел. А здесь поможем немножечко. Ай, вот здесь, нет, я в тот раз взорвался. Все, пора, похоже, отпускать газульку. Ух, Лешка-то меня обогнал, от какашонок-то. Все-таки меня обогнал. Где ты? Я вижу твою картиночку. Я все вижу. Все, я отпустил газ, ребята. Опа, зацепил. Зацепил, все-таки зацепил заправку. У-у-у. Подруливаем немножечко и отпускаем. Да что ты будешь делать, а? Фу. Так, полпути проехал и взорвался. Так, очередной фейл. Ну, по крайней мере, теперь более-менее знаем, как нужно проезжать. Главное теперь отпустить газ, и пусть едет сама по себе. Так, пока все нормально, не трогаем, вообще не прикасаясь к газульке. Ать, вот здесь нужно немножко подрегулировать. И вот здесь по газам. Отлично, отлично, не совсем отлично, вот так вот. Только приземлись, пожалуйста, нормально. Опа, молодец. Давай, дальше едь, я не трогаю газ. Лёшка обогнал. Я тебе не дам меня обогнать. Все, газ надо отпускать, ребята. Все, отпускаю, ничего не трогаю. Все, я не трогаю ничего. Тять, вот здесь подрегулировать. Отлично, едем дальше. Тихо, я отпустил газ. Я ничего не трогаю. Я не трогаю. Немножечко нажал, ладно. Все, больше не трогаю. Все, хорош, тормози. Ух, повезло-то как, а.
Ребят, реально повезло. Ать, все, я не трогаю газ. Ай! Ничего себе, там скакануло колесо переднее. Ай, вот здесь тоже не трогаю газ. Ать, немножечко поможем все-таки. Так, что-то съезд какой-то странный. Ать, вот здесь застрял. Ай, как в тот раз прям. Я надеюсь, Лёшка тоже здесь застрянет немножечко. Я удивлюсь, если он сейчас перелетит просто. Просто как птичка какая-нибудь перелетит просто вот этот участок. Так, а где заправка, кстати? А? Я в тот раз не доехал, потому что не нашел заправку. Она, наверное, где-то здесь внизу. Поэтому давайте-ка притормозим немножечко. Опа! И сядем на брюхо. А Лёшка поехал дальше. Ребята, это что с дела-то? Нет топлива, машиночка застряла, все отлично, все замечательно. И на этом все, наверное, закончим этот выпуск. Ребята, кто прошел эту трассу на отлично, пишите в комментариях. Я даже до финиша ни разу не доехал, смотрите, сколько раз пытался. 4 раза, наверное, попробовал. Конечно, не все так просто, нужно пробовать еще, как бы... Ну, на этом пока тормознем. В принципе, я вам показал эту трассу. Да, все. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. Вы были на канале PUBG Fun 2 Машинки. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.